Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу про творчество достаточно интересного мексиканского продюсера Хосе Альберто Кастро. Мы остановились на 2004 году, когда он выпустил абсолютный хит под названием «Руби». Все, кто смотрел, все помнят. Казалось бы, после такого успеха можно было бы дать Хосе Альберто возможность попробовать себя в прайме. Но, тем не менее, этого не случилось. И в 2006 году Хосе Альберто получил достаточно скромный слот 6 часов и запустился с молодежным сериалом «Código Postal». Перевести можно как «Почтовый код» или «Почтовый индекс». Это достаточно стандартная по сюжету молодежная теленовелла с огромным количеством молодых, не слишком одетых актеров, развлекающихся на пляжах Акапулько, со своими очень серьезными для них и достаточно несерьезными для нас проблемами, с весьма стандартными сюжетными ходами. И, в общем-то, сериал не был ни оригинальным, он не блистал хорошими актерскими работами, получил достаточно средние рейтинги и прошел весьма и весьма средне. То есть зрители его не полюбили, критики его не заметили, так что Хосе Альберто на этот раз остался неудовлетворенным. Единственное, чем по-настоящему запомнился этот сериал, так это весьма таинственной историей, произошедшей с исполнительницей главной роли. На главную роль Хосе Альберто пригласил колумбийскую актрису Джерисон Даваль. И в 80-х сериях что-то там между ними произошло, в результате чего Хосе Альберто резко убрал главную героиню и главной сделал ее подружку. Что там случилось, до сих пор тайна, подкрытая мраком. Слухи ходят самые разные, но тем не менее это был единственный факт, которым данный сериал запомнился. Так что 2006 год явно на пользу Хосе Альберто не пошел. А мы идем дальше. К теленовелле, которая, наверное, стала самым большим позором Кастро, по крайней мере, мне так кажется. Это теленовелла «Палабра де мухер», «Слово женщина». Это был вариант достаточно популярного аргентинского сюжета под названием «El amor tiene cara de mujer», то есть «У любви лицо женщины». К тому моменту вариантов этого сюжета в самой Аргентине было снято дофига и больше, причем все под одним названием «El amor tiene cara de mujer». Поэтому Хосе Альберто решил с названием «соригинальничать», в кавычках, и назвал свою теленовеллу «Палабра де мухер». Это была история четырех подруг, которые работают в телевизионной компании, ну и у которых, соответственно, достаточно сложная личная жизнь. А в главной роли в этом сериале была Эдит Гонсалес, а в паре у нее был Хуан Солер. Это было достаточно тухлое сочетание, а что касается второстепенных линий, то там был вообще мрак. То есть сериал был неинтересный, скучный и, в общем-то, заслуженно провалился полностью. Единственное, наверное, кого было жалко, это Хуан Солер, который еще хоть как-то пытался что-то там спасти, но у него, к сожалению, не получилось. Так что 2007 год, 6 часов вечера, «Палабра де мухер» и провал. А в 2009 году Хосе Альберто решил сделать свою версию замечательного аргентинского сериала «Los Exitosos Pals». На русский язык можно перевести как «Успешные сеньоры Pals». Это потрясающая, очень смешная, очень интересная и, несмотря практически на 150 серий, абсолютно не затянутая комедия. Замечательная пародия на мир теленовостей с их погоней за сенсациями. Сериал потрясающий, классный, замечательный юмор, отличные актерские работы. В общем, аргентинский оригинал был высший класс. Только он начал выходить в Аргентине, как идею тут же слямзили чилийцы, а в 2009 году пришел черед и мексиканской версии, названной Хосе Альберто «Los Exitosos Pals». С точки зрения мексиканского зрителя, мексиканского обывателя вообще, история в «Los Exitosos Pals» достаточно смелая. Там четыре главных героя, причем одна пара гомосексуальная, и сюжет вертится вокруг двоих очень похожих, но абсолютно разных людей. В мексиканской версии их сыграл Хайме Камиль. Ну, это такие близнецы, очень разные, и по воле случая один из них замещает другого, пока оригинал валяется в коме. В аргентинской версии все получилось замечательно, очень смешно, очень интересно. Актеры сработали просто потрясающе, особенно Диего Рамос. Замечательная работа. Все, кто интересуется, может посмотреть, потому что комедия просто классная, и Рамос там как бриллиант сверкает. Что касается мексиканской версии, то тут, конечно, все сделали очень скромно, потому что мы помним, что мексиканский зритель самый большой моралист на латиноамериканском континенте. Очень жаль. «Los Exitosos Pals» от оригинала взяли все, но при этом вышибли оттуда весь колорит. Все сделали скромненько. К концу разбавили достаточно смелый сюжет мексиканщиной, соплями, слезами. Юмора стало меньше.
В общем, к сожалению, ради мексиканского зрителя Хосе Альберто вынул из истории самое интересное и самое остренькое. И сериал шел в 10 часов, и, к сожалению, он успеха не имел, потому что, несмотря даже на то, что в 10 аудитория не такая зашоренная, как в 9 или 8, все равно сериал мексиканской публике понравился не очень. К сожалению, Los Exitosos Perez не повторила даже близко того успеха, который был у аргентинского оригинала. И Хосе Альберто, хоть и делал на сюжет большую ставку, хоть и достаточно оригинальную завязку взял, тем не менее, снова успеха не имел. И в 2010 году Хосе Альберто вернулся к своей любимой теме. А любимая тема Хосе Альберто, как мы все знаем, это женщина-стерва. Свою версию такого сюжета Руби он уже сделал. И на этот раз взялся за теленовеллу «Тереса». На самом деле, «Тереса» и «Руби» — это две истории под названием «Найдите 10 отличий», потому что они очень похожи. Можно даже сказать, что это одна история, но в двух вариантах. Оригинал «Руби» принадлежит писательнице Иоланде Варгас Дульче, а оригинал «Тересы», тем не менее, вышел раньше. В общем, кто у кого и что своровал, в данном случае абсолютно непонятно. Но то, что две истории очень похожи и практически неотличимы, это факт. И Хосе Альберто еще и усложнил себе ситуацию тем, что на главную мужскую роль взял Себастьяна Рулли, который фактически повторил свою роль в «Руби». Ситуация могла бы быть совсем комичной, если бы кастинг прошел Эдуардо Сантамарино, но тут то ли у Кастро возобладал здравый смысл, то ли Сантамарино не захотел повторять свою роль Руби. Но, тем не менее, Санта-Марина кастинг не прошел. Но перед началом «Тересы», конечно, была истерия в интернете та еще, потому что Руби все к тому моменту очень хорошо помнили. И казалось, что точно такая же история, к тому же с таким же протагонистом, обречена на провал. К тому же Хосе Альберто взял на главную роль Анжелик Бойер, актрису очень красивую, но к тому моменту не имевшую более или менее серьезных ролей. Казалось, что она присутствует в телесериалах и что-то там изображает исключительно за счет своей внешности. Поэтому ставка Хосе Альберто на Бойер казалась со стороны странной. А зря. Анжелик Бойер справилась на 5 с плюсом. Их пара с Рулли получилась просто замечательной, а Тереса была супер-мупер-бупер успехом. Она имела рейтинги просто потрясающие, и долгое время финал Тересы, который помнят все, кто видел, потому что Хосе Альберто выжил слезу даже из циников, был самым рейтинговым финалом теленовелл в нулевых годах, не в нулевых, а в 2010-х. Так было до теленовеллы «Локи ла вида Мерабо», которая так и побила рекорд Кастро. И, кстати, в главных ролях там была та же парочка: Хосе Альберто Кастро, Анжелик Бойер и Себастьян Рулли. Что касается «Тересы», сериал был очень успешен, сериал был хороший, любопытный. Сериал, несмотря на кажущуюся похожесть с Руби, все-таки был другим. Рулли сыграл роль, схематично похожую на свою роль в Руби, но тем не менее другую. И Хосе Альберто получил успех безусловным. Теленовелла получилась очень хорошей. Все, кто интересуется темой, могут посмотреть. Потому что «Стервочка» из Бойер получилась на 5+. А мы переходим на год 2011, когда Хосе Альберто сделал свою версию знаменитого сюжета Дели Фиауа. Версия называлась «Ла Кенопа Ди Амар». Радионовелла Фиауа носила название «Ла Мухер Кенопа Ди Амар», так что с названием Кастро не соригинальничал. Сюжет достаточно классический, имевший к тому моменту уже две мексиканские версии, но Хосе Альберто вывернул его по-своему. Если в оригиналах главная героиня терпеть не могла мужа-колясочника и бегала на свидание к несчастному и благородному доктору, то Хосе Альберто все вывернул совершенно иначе, сделав колясочника мужа главной героини хорошим человеком, умным, благородным, способным на чувства. И в конце концов главная героиня это поняла. Так что доктор отправляется во свояси, а главная героиня остается с мужем. Но Хосе Альберто не был бы Хосе Альберто, если бы сделал классическую слезливую историю. На этот раз он снова не изменил себе, и главная героиня Ла Кенопа Ди Амар была, конечно, дамочкой очень оригинальной. Споры о том, любила она главного героя или нет, идут до сих пор, потому что стервозности ей тоже было не занимать. В общем, Хосе Альберто шел по своей проторенной колее, в очередной раз показав, что
Главная героиня мексиканского сериала – это отнюдь не розовый ангелочек с крылышками, а это очень даже стервозная дамочка, которая в конце, тем не менее, получила своего Рохелио полное владение. Что касается исполнителя главной роли Хорхе Салинаса, то он был тоже очень к месту. У него была достаточно хорошая роль, там было что играть, и Хорхе Салинас, в общем-то, справился. И еще что мне лично очень понравилось в этом сериале, это то, что Хосе Альберто не стал делать классический розовый финал. Но все мы знаем огромное количество сериалов, где колясочники встают, где слепые прозревают, где немые говорят и так далее. Тут же Хосе Альберто сделал все приближенно к жизни. То есть главный герой как был колясочником, так им и остался. Но это лишь стало очередной изюминкой очень хорошего сериала. Так что Хосе Альберто, Лаки Нопа Ди Амар, 7 вечера, 2011 год. Все отлично, зрители довольны, критики тоже. И вроде бы даже Делия Фиалу из своего Майами не облила по традиции Хосе Альберто грязью. Как это было, в частности, с Карлой Эстрадой и ее версией данного сюжета Тессиго Амандо. А мы переходим на 2012 год. После такого успеха, как Лаки Нопа Ди Амар, надо было закреплять. И Хосе Альберто взял классический сюжет «Корона де Лагримас». В буквальном переводе можно сказать, что это «Венец слез» или «Корона слез». В общем, название говорящее. Это великолепно отражало то, что происходило в сериале. Взяв на главную роль главную рыдательницу Мексики Викторию Руффо, Хосе Альберто сотворил розовый, классический, абсолютно заштампованный, но тем не менее имевший огромный успех у зрителей сериал. Руффо как начала рыдать на третьей минуте первой серии, так и продолжала вплоть до последней, 101. Смотреть это было, с моей точки зрения, абсолютно невозможно, но у мексиканского зрителя на сей счет свое мнение. Тем более, что поводов порыдать у героини Руффо была тьма. Ибо сыновей у нее в этом сериале, у ее героини в этом сериале было 3 штуки. Каждый из них давал поводов для рыдания достаточно, так что Руффо свою норму по ведрам слез выполнилось легко. Мексиканского зрителя это устроило. Ну что ж, его дело. А вот в 2014 году Хосе Альберто решил соригинальничать и сделать свою версию очень и очень спорного сюжета под названием «Ла Малька Рида». Это было кино. Вообще, изначально это была пьеса. Потом это стало кинофильмом. Кинофильм вышел давно, в 40-х годах еще. Может быть, чуть позже, но очень давно. И казалось бы, что этот сюжет абсолютно для телесериала не подходит. Тем не менее, Хосе Альберто рискнул. На главную роль Виктория Руффо, в ее партнеры Кристиана Мейера, а третья главная роль досталась Ариадне Диас. Сюжет про то, как умирает богатый плантатор, его жена выходит замуж за управляющего, а дочка не желает признавать отчима, уезжает, ну а когда возвращается молодой и красивый, отчима сносит крышу. В оригинале отчим был тот еще злодей, он на дочке свихнулся и вроде бы даже трупами не брезговал для того, чтобы ее получить. А Ла Малька Рида в исполнении Хосе Альберто, в интерпретации Хосе Альберто Кастро была несколько другой. Тут Хосе Альберто, как обычно, это можно уже про него сказать, решил сделать версию под названием «Женщина-стерва и несчастный мужик», только на этот раз женщин-стерв было две. И мама с дочкой, в общем-то, достаточно успешно довели до кондрашки героя Кристиана Нейра, который под конец уже ничего, кроме жалости, не вызывал, потому что на дочке он свихнулся, а дочка вполне успешно его свихивала. Никакого сочувствия эта самая дочка не вызывала, и была оконченной стервой. Маша у нее тоже не отличалась ни характером, ни душевными качествами. А вот кого было по-настоящему жалко, так это Эстебана. Но для того, чтобы угодить мексиканскому зрителю, который от такой смеси одурел, Хосе Альберто все-таки под конец сделал Эстебана убийцей, чтобы не вызывал персонаж такого уж сочувствия. Ну и, соответственно, Эстебан в тюрьме, а две стервы, которые его до этого довели, счастливы и в собственном поместье. Вроде бы они его продали, но эта роль не играет, потому что мужика они в тюрьму так и заключили. На самом деле, когда смотришь на все теленовеллы Хосе Альберто, кажется странным, что у него такая зацикленность на героине-стерве и героя, который от этого страдает. По-моему, так у человека весьма острая душевная травма на эту тему. Не хотелось бы вспоминать личную жизнь Хосе Альберто, но учитывая то,
ту неприятность под названием Анжелик Бойер, которая случилась с ним во время съемок «Ламаль Кирины», в общем-то, неудивительно, что сюжет вывернул он именно так. И Акасия Эстебана довела до такого, что врагу не пожелаешь. «Ламаль Кирида», если говорить про рейтинги, провалилась. Можно сказать, что она провалилась. На самом деле рейтинги были средние, но все-таки ближе к провалу. Зрителям теленовелла не понравилась. И Хосе Альберто со своей традиционной темой на этот раз пролетел. Просто мне кажется, что подход зрителей к «Ламаль Кириде» был достаточно традиционным. Они все ждали традиционной свадьбы в финале. Были ожидания насчет химии по поводу... в отношениях героев Руфо и Мейера. Ну, что касается Виктории Руфо, то, на мой взгляд, она химию вообще никогда не умела создавать, за исключением Сезаревера. А классическая свадьба в теленовеллах Кастро — это вообще достаточно большая редкость. Он старается этого штампа избегать. Неудивительно, что на этот раз зрители не получили в финале ни свадьбы, ни, в общем-то, хэппи-энда. От Кастро было трудно ожидать чего-либо другого. А подход зрителей к этому сериалу был, скорее всего, традиционным, поэтому он провалился. На самом деле сериал не такой уж и плохой, просто его надо смотреть незашоренным взглядом и зная имя продюсера. И зная, что классическая рыдательная главная героиня у него, конечно, была пару раз в биографии, но не более того. Что касается нынешних дел Хосе Альберто, то он после неуспеха «Ламаль Кириды» сначала торчал у сестры, потом поехал на какой-то кинофестиваль и в Твиттере выкладывал фотографии блюд с этого кинофестиваля. Видать, ничего более интересного на кинофестивале не произошло. Будущее Хосе Альберто в данный момент покрыто туманом и мраком, потому что ходили настойчивые слухи о его увольнении из телевизора, якобы из-за каких-то финансовых махинаций. Эти слухи то подтверждались, то опровергались, в частности, людьми из окружения Хосе Альберто. Так что, что ждет нашего героя в будущем, непонятно. Очень жаль будет, если его выгонят с телевизора, потому что Хосе Альберто снимает телесериалы достаточно оригинальные. Они могут нравиться, могут не нравиться, но, тем не менее, Хосе Альберто ищет. Он не использует одну и ту же заезженную схему десятилетиями. Он ищет. И хотя пунктик насчет героини стерв у него есть, тем не менее, они у него все равно получаются разными. По крайней мере, Руби, Тереса и героиня из «Ла Кинопади» Амар, хоть и были далеко не оригинальными, но тем не менее были разные. За это Хосе Альберто большое спасибо. И еще одно качество, которым Хосе Альберто обладает, это умение выжимать из актеров максимум. Это качество достаточно хорошего продюсера, у Хосе Альберто оно есть. Так что не хотелось бы, чтобы он ушел с телевизора. Но, к сожалению, наши желания в этом роли, в этом деле роли не играют. Решать будет руководство телевизора, ну и сам Хосе Альберто. Ну, нам же остается только надеяться на лучшее. На этом мы заканчиваем нашу передачу про Хосе Альберто Кастро. До свидания, до новых встреч!